1 февраля 2009 года в Москве в храме Христа Спасителя прошла интронизация 16-го патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Возведение на патриарший престол, совершаемое во время божественной литургии, эпохальное событие в жизни православной церкви, поэтому всегда отличается особой торжественностью. Патриаршество было учреждено в Москве в 1589 году. Первым патриархом стал Иов. В разные годы использовались разнообразные вариации титула: патриарх Московский и всея Руси, патриарх Московский и всея России, патриарх Московский и всея Великие и Малые и Белые России и другие. Современная форма патриарх Московский и всея Руси стала официальным титулом при избрании на патриарший престол митрополита Сергия Строгородского в 1943 году. Согласно действующему уставу от 2000 года, сан патриарха является пожизненным. Право суда над патриархом и низложение его, равно как и решение вопроса о его уходе на покой, принадлежит архиерейскому собору. В период вакансии патриаршей кафедры Священный Синод избирает из числа своих постоянных членов место блюстителя патриаршего престола. Кандидат в патриархи должен быть архиереем Русской Православной Церкви не моложе 40 лет, обладать высшим богословским образованием, достаточным опытом епархиального управления. Ритуал принятия самого высшего церковного сана дошел до наших дней с древних веков, перетерпев лишь незначительные изменения. В церемонию входит возведение избранного патриарха на горнее место в алтаре. При этом митрополиты трижды возглашают «аксиос», что в переводе с греческого означает «достоин». Литургия начинается обычным архиерейским чином, а завершается патриаршим. Первую часть службы нареченный патриарх совершает как митрополит в голубой мантии, а завершает в зеленой патриаршей мантии, как предстоятель церкви. В 2009 году новоизбранного патриарха приветствовали праздничным перезвоном колоколов. На торжественной литургии присутствовало около 4000 человек. Каждая годовщина интронизации святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла отмечается божественной литургией в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.